Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем канале. Сейчас ты смотришь 46-ю часть второго сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov без барахолки. В прошлой части мы, к сожалению, общем, не выполнили ни одного задания, выйдет. Но зато мы улучшили тир на второй уровень, а обогрев на третий уровень, верстак на третий уровень и безопасность тоже на третий уровень. Также я хочу поблагодарить Спрайма за поддержку финансовую канала, ну и за комментарии Леончика, Закупина, Владимира Династина и всем добра. Также вот такая маленькая неприятная новость, у меня что-то уже случилось с мышкой, начали отходить контакты, поэтому периодически во время игры она будет отключаться, да, я буду понятно. Просто смотреть прямо, бежать, и если из-за этого будут тупить, сильно на меня не сердитесь. Вот такая вот у меня сейчас техническая проблема. А начинаем мы сегодняшнюю часть с убежища, у меня тут понастраивалась куча всего вообще. Вот устанавливаем безопасность, обогрев, все это мы устанавливаем, как видите, на третий уровень наконец-то. Дальше верстак устанавливаем, а давайте, кстати, глянем, что у нас тут. Можем же теперь и патроны крафтить нормальные. Так, это что, 856.1 я могу покупать, в принципе. Что тут у нас еще? 45 АЦП. Всего 80 штук. Не знаю, так себе что-то. О! БТшки на вереска. Вот это вот интересно. Нам надо для этого кувалда. Одна деревянная вот эта вот шняга. И спешек они крафтятся. Вот это вот, кстати, интересно. Нужно будет порох тоже собирать. М80-е. Тоже пороха нужно вообще, вагон. БПшки 7.62. Кто-то, я не помню, мне говорил, то, что БПшки убрали из крафта. Они вот, оказывается, есть. Интересно. Вот это вот гамнецо. Вот это вот очень интересно, очень интересно. Вот зеленый порох вообще просто по-любому нужно собирать. 61-е, но 6 красного пороха, это, конечно, жесть. Вот это вот, кстати, очень даже неплохо. 80 штук хотя бы разочек можно будет скрафтить. Софизежек 995. Интересно, интересно. Стоп, а раньше ж, по-моему, можно было порох крафтить. Что-то я вот не... Ага, вот. Для крафта зеленого пороха нам нужна отвертка. Гранаты эти я могу покупать. А вот эти вот гранаты могу покупать. У миротворца. Ой, слышите, а давайте сейчас сразу запустим порох. Получается, сейчас мы зеленый порох крафтим. А из этого зеленого пороха мы будем крафтить себе БПшки. Ну и обычный порох буду с рейдов выносить. Поэтому заходим, покупаем. Покупаем. Мне отвертка нужна, все. Охрана, отмена, пока ничего не покупаем. Короче, вот задача у меня теперь ясна. Нам нужна отвертка, нам нужен синий порох, нам нужен зеленый порох. И нам нужно, получается, уже забыл, что я там для БПшек хотел крафтить. Где они есть? Что-то они у меня вылетели. БП. А, и все, мультитулы я тоже смогу купить. Нормально так, хорошо. Так, и вот самое интересное, это тир. Устанавливаем тир на второй уровень. А, то есть вот это вот и все. А ну давайте, что у меня тут пострелять есть. Прапор мне что-то возвращал. О, неплохо. Сейчас зарядим, постреляем. Так. Убежище. А давай свет включим. Ну такое, ничего, конечно, жесткого такого нет. Просто раз мишень, два мишень, три мишени. И эти стоят тоже мишени. Я думал, честно, что-то будет такое, типа... О, оно показывает, куда я попал. Смотри, ля, этому в голову дал, этому в голову дал. А в этого не попал. А это центральный. Тынь.
А, ля, прикольно. Вот это, конечно, нормально, слышишь, что показывает, куда ты попадаешь. А вот если вот так, типа, зажимом прострелять. Один раз он попал в плечо. Правая мишень, тынь-тынь-тынь-тынь. Коллиматором, тынь-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 тынь. Сейчас двадцаточку выстреляем, посмотрим, как мы напопадали. Ну, такое, вроде бы типа убили. Короче, вот такой у нас новый тир. Итак, снова зашел я первым рейдиком за дикого. Эта часть у меня будет такая сугубо лутательская. Вот, я хочу накопить лавешечки и уже в этой части поставить на улучшение убежища на третий уровень. Поэтому будем бегать за дикого, как только он будет у меня восстанавливаться. Также будем за ЧВКшника. Ну, у нас за ЧВКшника, наверное, я буду как вот в конце прошлой части на лес заходить. Вот, если будет штурман, пытаться убить штурмана. А если штурмана не будет, то будем бежать просто по тайничкам, по таким вот тихим местам и лутаться. Вот. Поэтому мне там надо насобирать, конечно, целых еще 3 миллиона. Вот. Но я-то надеюсь, то, что у меня за эту часть это дело получится осуществить. Вот. Будем, в общем, стараться. А там я не знаю, как у меня пойдет дело. Как будут успехи вообще. Посмотрим. Опа, наушники есть, шлем есть, неплохо. Было бы неплохо еще какой-то ключик найти в картотеках. Блин, стоп, у меня что-то мышка начала отходить. Но только что два раза подряд отошла. Бля, обратно отходит. Убил? Нет, не убил. ЧВКшники воюют. Ну блин, давайте, я хочу с ними повоевать. Ну, блядь, нажри, сука! Вот ты шалава! Свои-свои, бро. Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь! Блин, да что такое с мышкой? А, этого я убил. А, подожди. А, это отступники были, ничего себе. Нормально я дал. Давай, мочи! Это что за хрень? О, жук. Нормас, нормас. Охуенно, сейчас поделимся. Так, сейчас что успеем, забираем. И сваливаем. Нормально так челоботы, слышишь, налетели и затоптали отступников. Одного даже я, по-моему, успел ушатать. О, саморезы. Датчик, бля. Нормальный ящичек. Вот это нам такое нравится.
Погнали, посмотрим еще вот здесь подвал. Время позволяет. Ну, не зря. Не зря, однако, забежали. Ну сколько? Сдохни, тварь! Опа, спиралька тоже пойдет. О, икшон гофрированный, нормально. Так, и у меня получается вообще... Ладно, короче, погнали к выходу. Забился я вообще, короче, по максимуму. Просто что мог себя всунуть, то и всунул. Вообще очень, если честно, шикарно. Я вообще просто залутался так очень и очень и очень прилично этим диким. Друг какой-то валяется, ботик. Подходим к выходу, сейчас выходим. У меня, походу, даже еще и перегруз. А, не, не перегруз. Я думал, лута набрал сколько, что дикий его просто волочить не может. Подходим и выходим. Вот что у меня, короче, получилось по луту. Вообще просто. Я, если честно, в восторге даже. Итак, как я и говорил, зашел я на лес за ЧВКшника. Сейчас будем слушать штурмана. Если он есть на карте, то пойдем попытаемся его убить, забрать ключик или просто забрать ключик, не убивая. Вот, и пойти на выход. Если штурмана не будет, то пройдемся, пролутаемся и будем топать на выход. Пошел я с МДРочкой трофейной, вот, ничего на нее не ставил, не убирал. Все как было, все так у меня, в общем, и есть. Я думаю, все помнят, все видели эту МДРку. Это я куст зацепил? А, это у меня с интернетом что-то. Ладно. Нормально так, слышишь? Я поначалу думал, мне показалось, что кто-то стоит. А потом тут реально стоит. Обычный дикий. Нормальный так прикол. Заберем разгрузочку, будет мне место добавлять. Опа. А вот это, по-моему, был штурман.
На МЧСке тоже стрельба какая-то. Бревен никого не вижу. Надо будет еще скалу проверить. А то у меня брательник играет тоже. Тарковый говорит. В последнее время что-то слишком много народу на ней сидит. Сейчас вроде никого не видно. И стрельбы. Что-то уже не слышно штурмана. Может, это вовсе не штурман был, а какой-то ботик с СКС-кой. Не. Это был не просто ботик с СКС-кой. Это штурман, и он где-то на дороге. Что-то я не вижу его вообще. В прошлый раз, помню, в прошлой части его убили вот, вот этих вот бревен. Давай под суицидку забежим. Сверху вроде никого. Ты где, Женя? Товарищ какой-то есть? Ага, у бревен побежали. Это свитовец, по-моему, был. А сам штурман где, интересно? Ага. Штурман обнаружен. Нужно бейсболом докинуться. Блин, спалил меня, что я сюда перебежал. А нет, это ботик.
Стоп, я же его где-то здесь убил. Не Светлозерский, это часом был. Блин, а самого штурмана вообще не видно. Ой-ой-ой. Ремонт для комплекта брони. Это хорошо, но это я потом буду забирать. Штурман. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Светуш, я убил. Сюда. И над выход погнали. Так. И обезбола. Блин, слева, по-моему, кто-то кусты задел. Так, выход он, давай, 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 беги, беги. Все, вот это, ребята, шикардос, просто первый рейдик за ЧВКшника, услышали штурмана, прибежали, убили, забрали все и вышли. Вот это мне нравится, наконец-то. Вот это классный рейдик, еще и комплект для ремонта брони тоже новенький вынесли, вообще шикардос. Итак, переносим наш ключик. Вот он. Заходим, получается. Это у егеря квестик, да, наверное, штурмана убить? Да, вот он. Путь охотника, санитар леса. Отдаем ключ, за это получаем ВПХ, за это получаем 4 ястреба пороха. Вообще шикарно. Еще, конечно, чуть-чуть опыта. Что он тупит? Не завершает. Ну, короче, увидели квестик, мы закрыли. А, критическая ошибка, понятно. Критическую ошибку мы пережили, и нам дали квестик на охоту. Это нужно убить штурмана с дистанции 50 метров, использовать винтовку М700 с вот этим вот самым не очень хорошим прицелом. Блин, ну... А что у меня по опыту... До 36 уровня. Еще 24 тысячи опыта. У меня будет 36 уровень. Апнем прапора.
Вот, и после того, как прапора апнем, мы сможем покупать на вереск новые патроны. Тоже очень даже таки неплохо. Итак, основную задачу этого рейда мы... этой части мы выполнили, а конкретно штурмана мы убили. Поэтому... продолжаем лутаться. Появились мы сразу на коттеджах. Зашел я в такой полуночной рейд. И здесь на коттеджах, кстати, походу... Ух ты, ничего себе, сейф не лутано. Отлично, сейчас быстренько пролутаемся. Сейф не тронутый. Это меня радует. Вот. В прошлом рейдике штурмана забрали. Здесь сейчас подлутаемся. А не, походу здесь лутано. Сумка пустая, а двери закрыты. Не, похоже не лутано. А иридиум лежит. Вот это фарт, конечно. Зашли на маяк, а маяк не пролутан. Ну мы сейчас вот здесь пролутаемся. Посмотрим, есть ли у нас выход, переход на берег. Еще рук стекло. А сколько оно, интересно, стоит? Если торговцам продавать. Я, если честно, вообще не помню этого. Сука ты, блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь. Кофеек. Что тут еще по луту будет? Вот это мы точно заберем, а то, что выше, под сомнением. В общем, я так всегда пользуюсь такой схемой расположения по циклон. А лута у меня в мешке все самое ценное. Я скидываю вниз, чтобы на него уже точно не обращать внимания. То, что я точно буду с рейда выносить. А выше у меня те предметы, которые я, соответственно, могу поменять. Это, ну, лично для меня это так удобнее и быстрее получается перемещать предметы. Пролутаю я полностью все сумочки, вообще все. Оля. Нормально вообще так прет. Время у нас есть достаточно. Здесь ничего не пролутано. Сейчас, если все будет прям так очень хорошо, я только вот здесь смогу лута набрать, так что можно уже и на выход идти. А там еще внизу коттеджи. По выходам у меня, кстати, волна шоссе, блин. Ну, пойдем в ту сторону, у нас там тайников достаточно. Вообще, просто такой быстренький рейдик получится. Вот. Поэтому, почему бы и нет. Здесь у нас ничего. Опа. Цепочка. Давай флорку тоже заберем. Так, надо бы повыбрасывать то, что мне уже точно не пригодится, потому что место, как видите, у меня уже подходит к концу. Переливы можно сюда перенести. 40 секлом. Это тоже такой лут. Ребра, блин, все отбили. Что здесь у нас? Автомобильный аккумулятор. Да, в данный момент он мне, конечно, не особо нужен. Блин, здесь уже челоботик пробежался, пролутался. Не успел немного. Ну, шкура цела, уже неплохо. Здесь он тоже был. Он сейчас по-любому идет вправо. Поэтому продолжаем лутать. Места разные. А он что, здесь пролутался? Ящик пустой.
Так, по модулям больше ничего нет. Да нет, что-то валяется. Так, вот это тоже нужно, наверное, уже повыбрасывать. ОФЗ, пожалуйста. ОФЗ, кстати, можно будет собирать. Я вот, если честно, уже не помню. Вылетело из головы. Вот, обезбол еще лежит. Сколько и для чего мне их надо, чтобы... А, угментин. Я думал, ибупрофен. Чтобы крафтить патроны. Горячий электрод. Поэтому надо будет обратить на это тоже внимание. Вот, я помню, что для чего-то, по-моему, для 9.95 он нужен. Но это не точно. Пробежимся сейчас вот здесь по тайникам. Курточки, сумочки, короче, вот такое вот пролутаемся. И выйдем на обвале на шоссе. Странно, что у меня нету перехода на берег, а обвал на шоссе есть, так как я появился прямо вот, можно сказать, возле него. А переходу на берег еще нужно добежать. Хрен его, не знаю, как это работает, но вот как-то так. Уже солнышко всходит. Я думаю, здесь лутом успею добиться так, что вот эти вот все ячейки будут заняты. Давайте сделаем скриншотик. Пойдет на заставочку. Или вот здесь где-то. Надо будет как-то посмотреть гайдики, как пробежать на маяк. Вот, тут было бы интересно, конечно, туда зайти полутаться. Что здесь у нас валяется? Вот тупырь! Походу пролутано. Ну, здесь рядом спавны ЧВКшников, это не удивительно. Блин, мышка обратно выделывается. Так вот мы по чуть-чуть подходим к выходу. Чик-чик. Занимаемся верхолазкой. Думаю, здесь тоже большая вероятность того, что уже ребятки пролутались. Но мы все же посмотрим. А вдруг не смотрели, и у нас здесь
Ждет Лутецкий наш. Вот, пожалуйста, тайник не тронут. Кедр. Может, и здесь тоже тогда по луту что-то есть. Пустовастенько, однако. Ну что, все получается. Подходим к выходу. Я считаю, что такой очень даже неплохой фарм рейдик получился. Вот прям то, что коттеджи были не лутаны, вообще просто шикардос. Вот если бы еще челоботик вот этот вот немножко позже прибежал, я думаю, еще что-то успел бы цепануть. Да и так, в принципе, очень даже таки неплохо. Сумочка забитая, все забито у нас. Интересно, сколько у меня это время заняло. Сейчас продуплится. Посмотрим, 11 минуток с половинкой, вообще отлично. И вот что у нас получилось. Итак, продолжаем лутаться за ЧВКшником. Мы появились на затопленной деревне, выход у нас на ЗБ-014. Сюда вправо бежать или сюда? О, погнали на деревню, мне ж надо этот. Мне ж надо кинуть маркер. Чуть не забыл. Можно будет побежать, вот здесь глянуть тайники, вернуться через бункер диких и пойти на выход на окраины. Так, наверное, и будем поступать. Сейчас вот сюда вот драгоценности сразу глянем. По-любому я здесь буду первый. О! Цепочка лежит. Не густо, конечно, но хоть что-то. Сейчас вот сразу кинем маркер. Где-то вот здесь круг сектантов находится. С этой стороны, походу. Да, вот он. Здесь еще, по-моему, и лут спавнится. Разного рода. Но этого я утверждать не буду. Опа. Дикие гуляют. Блин, у меня мышка отходит. Я уже думал, ЧВКшник. Опа, попить есть. Вон он, блядь. Ля какой. Где он был? Вали, хуесос. Да что ж ты такой противный? Еще и мышка, блин. Я не вижу его. Вон оно, пыль. Блин, я в шоке. Вообще что-то дикий, злой какой-то попался.
Хотелось бы их, конечно, так аккуратно отстрелять. Блин, говорю, аккуратно отстрелять, пожалуйста. Вот как они так стреляют? Чтобы меня никто не спалил, аккуратно отстреляем, да? Именно как раз так и получилось. Его еще и не видно. Иголки. Сахар. Ну, фаердроп летит. Нормально. Интересно, где упадет. Ну, сам самолет в нашу сторону летит. Или от нас где-то. Я, по-моему, все-таки в нашу. А вот он мимо пролетает. Короче. А, не, он скинул. А я туда точно не побегу. А вот этот в меня стрелял, по-моему, ботик. Опа, поиск прокачал, нормально.
неплохой такой рейдик у нас получился. Помимо того, то, что мы так знатненько подлутались, вот, вот так у нас по луту получилось, еще даже выполнили полноправно одно задание, то есть скавенджер у нас выполнен. И под задачу секта часть 2, по-моему, тоже мы выполнили, кинули маркер. Итак, заходим к барахольщику и закрываем скавенджер. Такой квестик, который я не собирался закрывать, а он у нас сам по себе закрылся. Вообще просто шикарненько получилось. Итак, я снова за дикого на маяке. Выходы у меня, укрытие в гроте, обвал. Перехода на берег нету. Погнали тогда на базу отступников. Мы здесь рядышком находимся. Понятно. Полутали аэродропик. За дикого у нас выжить не получилось, поэтому продолжаем лутаться за ЧВКшника. Обратно лес, все так же аккуратненько, идем по тайничкам, лутаемся и выходим. Ничего, короче, нового. Собираем сейчас всякий хлам, потом этот хлам я буду выбрасывать.
Ну что, я думаю, стоит машина. Рюкзак я уже считаю, что полностью себе забил. Может быть, сейчас, наверное, здесь и выйду. Подлутаю вот здесь сейчас туалеты. Вот здесь стоит военный ящик, и патроны тоже спавнятся. Посмотрим. Потом с той стороны тайничок, и вот, можно сказать, вот полный рюкзак выносим. Смысл мне сейчас куда-то дальше бегать, перебирать лут, если можно по Шурику сейчас быстренько со всем справиться, правильно? Правильно. Поэтому давайте кидаю денежку. И есть у меня минутка. Быстренько лутаем тайничок и уезжаем на машине. Ясно. Вот это за дикого так бы бегать, тайники лутать. Было бы вообще шикарно. Итого у нас 20 секунд. Блин, я и за мышки повернуть не могу, ё-моё. Вот это, конечно, если с ЧВК встречаться с такой мышкой, это вообще просто ужас. Нужно будет что-то думать, не знаю, ребят. Я, если честно, вообще пока представить не могу. То ли новую покупать, то ли ремонтировать. Хрен его, честно, не определился. Не знаю. Но оно, конечно, кошмарит очень жестко. Продолжаем лутаться за дикого. На этот раз решил зайти на резерв. Вот отсюда начнем наш путь лутальщика. Вот, я вот думаю, 22 минуты, может спуститься в подвалы, полутаться там, я не знаю, чтобы хоть какое-то разнообразие. Давайте, наверное, так и поступим. Сейчас вот здесь посмотрим лутецкий, пролутаемся, а там спустимся вниз, если что. Места у меня не очень много, поэтому здесь наверху я его очень быстро забью, а там ребята внутри друг друга убивали, рейдеров убивали. Вот, и я думаю, можно будет что-то с кого-то, да, и поднять. Поэтому побежим сейчас целенаправленно туда. Здесь уже лутались. Самое интересное позабирали, соответственно. А здесь, походу, не тронуто. Или тронуто. Ладно, в любом случае, погнали вниз. Как и решили, так и поступим. Сомневаюсь, что меня здесь кто-то будет убивать сейчас. А диких сколько лазят. Поэтому можно вообще здесь безопасненько лутаться. Опа, трупик. ЧВКшник в корунде. Вот, пожалуйста, броня есть. Весь мешок. Разгрузка. Какой-то дикий уже лутался. Разгрузка чуть получше моей будет. Где-то здесь военный ящик должен быть вот спрятанный. Ля, все, ребята, посмотрели. Так, пацаны, сегодня мы кайфуем. Все отбили на картотеке, я так понимаю, пролутаны. Или он сейчас их только идет лутать. Да, он картотеки пролутал. Давай у него перед носом пролутаем то, что есть.
И будем наверх подниматься здесь сюда. Ага, смотрите, какой челобот. Молодец, блин. Надеюсь, он не выйдет, и его просто вот эти вот боты сейчас забьют. За дикого мне все так же не везет. Поэтому продолжаем лутаться за ЧВКшника. Появились мы. Вот это, кстати, мы сейчас у бункера диких. Можно будет пойти даже или духу посмотреть. Прикиньте, все-таки сейчас так нецеленаправленно. Вот зашел на лес, подхожу, а она там лежит такая красивая. Может же быть такое? Конечно, может. Поэтому погнали, проверим. Облутаем там. Потом вот так вот, я думаю, по дороге пробежимся. И пойдем в обратке. Выход у меня на окраине, да, наверное? Да, на окраине. Это вообще у нас получается такая... Вообще маршрут очень большой выйдет. Ну, а что поделать? Что поделать? Так, попить есть. Это прямо у меня стреляет, тип. Да, понятно. Подлутались. Итак, у меня к улучшению схрона моего осталось насобирать в районе 2 миллионов рублей. Этим мы всем будем заниматься в следующей части, поэтому будем эту уже заканчивать. Всем спасибо за внимание и всем пока!